вами я, Кирилл, и сегодня это короткое видео, это я решил, это, ладно, вы уже доказывали, что там уже провели что-то с Томом. Да, как говорится, вот 14 сентября появилась новая акция Магнита с Кабишинью, и вот, я вот решил все сделать, и как было по-настоящему, это отрывок был просто, это просто отрывок, и все. Я, кстати, уже тоже собираю скрепыши, у меня всего их 7 штук, еще купим с папой, если вот еще 2 штуки, может не будет повторок, но у меня пока что нет повторок, это мне везет. Но может у вас тоже не было пока повторок, напишите в комментариях, ребята, если там у вас были уже повторки. И, кстати, напишите в комментариях, есть золотой скрепыш? Он у меня пока что не попадался, но мне что-то догадывается. Вот я смотрю видео, вот никого не попался золотой скрепыш. Мне уже догадывается, что золотого скрепыша вообще нет. Или их мало вообще. Ну, не знаю. Ну, ладно, давайте начнем. Не будем так долго терять время, давайте начнем. Это отрывок просто такой, который Том сделал такой. Ладно, давайте. Начнем. 1, 2, 3. Ну да, вот такое было у нас видео. Это статья в галерее скачал, вот, как видите. А это не было вообще. Да, вот так я скажу. Ну да, скажу по правду, реально по правду, что это не мое было видео. Это не из рекламы я снял нигде. А я просто снял это из, как говорится... Это я скачал просто, да, из видео Магнита, вот. Там есть видео Магнита. И вот, я решил снять, чтобы я бы знал вот все видео, ну, там про скрепышей. Может, не получится найти золотого или юбилейного. Ну, кажется, я найду юбилейного. Или золотого. Ну, хочется очень получить и получить iPhone 13. Но, как видно, я не буду покупать. Это не мой будет телефон, iPhone 13. Это я для папы. Ну, ладно. Если что, я вам скажу одну грустную историю. Папа, вот, когда-то мы недавно, где-то, вот, какого-то числа, ну, где-то вчера... Посмотрите, какое сегодня, вот, какое-то видео, когда это видео снималось. И вчера мы с папой катались на картинге, и все. Папа уронил телефон, и все. И там разбился экран. Ну, скажете, ну, ничего страшного, поменяем новый. Ничего страшного, но это полбеды. У папы на экране все размыто. Даже... Узнать, как вот, ну, нажать на что-то, ну, даже звонить никому не может. Вот и вообще. Вот это грустная история. Мне, как говорится, тоже стыдно было. Грустно с папе. Ну, нам придется покупать новый. Или я найду золотой скрепыш и подарю папе iPhone 13. Ну, кажется, я не найду золотой скрепыш и не дам. Ну, кажется... Ну, если что, я обязательно, может, и дам, но надо постараться. Вот так. Ну, ладно, давайте. Всем пока. Всем удачи. Кстати, эту историю можете даже не помнить. Может, у кого-то такое было, тоже напишите в комментариях. Если, вот, например, смотрите. Если вам вот если у вас не было такого, напишите цифру 1.
Если у вас такое уже было на телефоне, пишите цифру 2. Мы уже дальше узнаем. В следующем видео мы узнаем, кого больше. Ну, кстати, можете полегче, если вы любите там, не умеете писать цифры, можете написать буквами. А если буквами не умеете писать, просто напишите цифры. Ну да. Ну, это для тех, кто первоклассник, у вас уже телефон есть, так, все такое. Да-да, ну, вот так скажу. Ну, ладно, давайте. Всем пока.